Друзья, всем привет! Знаю, что у многих мелких предпринимателей есть такая проблема, куда на торговой точке складывать деньги. Не всегда есть смысл покупать специальные кассовые боксы металлические или там кассовые аппараты с этими боксами, потому что это стоит дороговато. И очень часто я вижу, что используют там коробки чуть ли не из-под обуви, из-под Рафаэлла для того, чтобы хранить вот эти денежки. Вот, а там сдачу и так далее. Значит, сейчас хочу показать, как я сам вышел из этого положения и какой мой вариант. У меня на всех торговых точках вот такие тумбочки. Верхний отдел закрыт на замочек. Закрывается на замочек. Дальше. Значит, здесь у нас в самом отделе вставка, пластиковая вставка, которая используется как раз в профессиональных боксах. Она из хорошей пластмассы, такой черной, довольно-таки плотной. Здесь зажимы для купюр. Они с хорошей пружиной, хорошо работают. Ну, вот. Здесь для монет есть горочка. Вот она горочка, чтобы легко брать монеты. Закругление вот это. Не нужно там ковырять. Они, вот эти ячейки, бывают, значит, на 3, на 4 и на 5. Вот. Ссылочка будет в описании на эту продукцию. Я сам ее нашел в AliExpress, искал, так что ссылочка, я поделюсь. Здесь мы храним вот в трех ячеистой. Мы здесь храним пятерочки, двоечки, 1500-ки. Здесь сотки, двухсотки, полтинники, рубли, десятки, пятидесятки, двушки и десятки и пятерки. Вот. И все, в принципе, нормально. В четырехячеечной у нас маленько другое распределение. Пятиячеечных у меня нету. Вот таким образом, друзья, очень советую данную конструкцию. Как правило, в торговых центрах есть охрана. То есть, если какой-то грабитель попадет в ваше помещение, его никакая железная там коробочка, в которой лежат, значит, деньги, не спасет абсолютно. И нет смысла переплачивать деньги большие. И знаю, что очень часто вот мелкие предприниматели, там торговцы там обувью какой-нибудь, там какими-нибудь, как сказать, безделушками, ну, действительно, у них деньги хранятся как попало. А здесь абсолютно недорогой такой бокс, можно его использовать и, ну, солидно, нормально лежат деньги. Вот, так что, друзья, ссылочку я оставлю в описании. Пользуйтесь, покупайте и радуйтесь, как говорится, данному решению. Всем удачи и пока!